Темпы строительства в Чебоксарах не должны снижаться. Такое указание дал глава администрации города Алексей Ладыков после выездного совещания на объектах. Сегодня в столице республики около 30 площадок. Это не только жилые дома, но и социальные учреждения. На их строительство в этом году из бюджета всех уровней направлено около 3 миллиардов рублей. Город продолжает развиваться, и то, как в ближайшее время должна измениться его центральная часть, обсудили на очередном заседании градостроительного совета. Микрорайон номер 3 уже несколько раз менял название. Был Восточным Косогором, теперь это микрорайон Воскресенский. Севером он примыкает к территории Парка Победы. С западной стороны граничит с Воскресенской церковью. Архитекторы уже не раз предлагали варианты планировки этого уникального уголка. Свое видение на суд членов градсовета в этот раз представила Татьяна Ижанова. Она предложила выполнить террасную застройку с падением этажности в сторону речного порта. Центром композиции должна стать группа жилых 18-этажных домов. Проект предусматривает несколько вариантов транспортных развязок, строительство детских садов и спортплощадки. Однако в ходе обсуждения концепции возникло немало вопросов. Дискуссия была эмоциональной. Окончательное решение пока не принято. Члены городсовета предложили доработать эскиз и подключить к работе архитекторов, представлявших свои варианты ранее, чтобы разработать новый совместный проект застройки микрорайона.